Доброго времени суток зрителям, священным гостям нашего канала. С вами Ройси, вы на канале Роли Гейм Онлайн, и это игра под названием 60 секунд. В данной игре мы будем выживать в мире постъядерной войны, но прежде чем нам это делать, нам нужно будет собрать припасы и отправиться в наш бункер, который есть у, я считаю, у каждого уважающего себя американца. Давайте начнем новую игру. Игра вышла в 2015 году, я извиняюсь. То есть она уже немножко староватенькая. Я случайно на нее нарвался на просторах Ютуба и решил, что почему бы не попробовать в нее сыграть. Тем более мне, в принципе, тема постапокалипсиса всегда была интересна. Давайте попробуем в классику сыграть. Не знаю. Так, обучение. Честно скажу вам, в обучение я поиграл. Разобрался немножко. Поэтому давайте начнем апокалипсис. Так, полное атомное приключение. Собери запасы и переживи постапокалипсис в собственном убежище. Легкий. Время на разведку 10 секунд. Проблемы со здоровьем часто. Толстяк. Время сбора 60. Ага. Вот так вот. Во. Малыш. Это легкий уровень. Значит, время на разведку 20 секунд, проблемы со здоровьем редко, время сбора 60 секунд, прочность снаряжения крепкая, запасы в убежище выживальщик, незваные гости мало, собранный чемодан, ручная кладь, проблемы иногда. Толстяк, 10 секунд на разведку, часто проблемы со здоровьем, 60 секунд сбора, прочность снаряжения средняя, запасы в убежище какой-то хлам, незваные гости немного. Второй завтрак. Проблемы часто. Ну, давайте, наверное, будем играть на нормальном. Попробуем. Поехали. Сейчас главное не тупить, потому что я могу тупить. Если получится, постараемся эту игру проходить подольше. Я уже могу что-то с собой брать? Нет, пока ничего. Мы пока на разведке проверяем. Ага, вижу радио. Опа, поехали. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, хватаем суп. Суп. И еду. Убежище. Беги, толстячок, беги. Нет, убежище не здесь, господи. Оно вот тут. Сбрасываем все туда нафиг. Так, поехали. Карта, хорошо. Давайте возьмем ружье. Нет места, блин. Что тут здесь лежит? Патроны на ружье, хорошо, пригодится. Опа, хорошо. Так, хватаем малого. Малой пойдет с нами. С нами пойдет радио в любом случае. И еще вот супчик есть, супчик. Супчик возьмем, хорошо, супчик, убежище. Есть, скинул. Так. Возьмем толстушку с собой. Возьмем с собой толстушку. И воду, хотя бы одну воду. Скидываем нафиг. Так. Блин, мало времени. Хватай воду. Хватай жену. Не успел. Господи. Я не успел. Начинаем заново. Конец. Бесславный конец для наших приключений. Бесславнейший. Так. Прочитаем дневничок. Вы погибли. Очень весело. Количество пережитых дней 1. Выпито воды 0. Хорошее начало, как раз в моем стиле. Может быть, кто-нибудь другой бы из дисплееров или просто ребят, кто снимает на ютубе, переснял бы это видео. Но, вы знаете, я таким не занимаюсь. Мы будем долбить эту игру, пока мы ее не продолбим. Апокалипсис. Толстяк. Начать. Так. Попытка номер 2. Наверное, я сейчас сразу похватаю людей, покидаю туда. А потом уже будем собирать с вами все остальное. Так, разведка. Аптечка, хорошо. Ружье, хорошо. Ребенок здесь. Радио не вижу пока. Радио пока не вижу. Вижу чемодан. Все пошло. Уже пошло. Нафиг мне тут чемодан, конечно, я не знаю, ребят, но... Убежище в другой стороне. Тупанул. Так, есть такое дело. Давай сюда, подружка. Такс. Убежище.
Оп, есть такое дело. Дальше. Так, топор. Захвачу еще топорик туда. Оп, есть такое дело. Дальше, дальше, дальше пошли. К малой. Вода. Еще можно захватить суп. Есть, побежали. У нас остается еще одна ходка. Ладно, хватаем бабу. Еще два места у нас есть. Противогаз пригодится. Пожалуй, бутылка воды в убежище. И последний рывок. Бутылка воды. Есть, успел. Я думал, это опять будет провал. Как обычно, в принципе, но нет. Так, суп может храниться 737 лет. Отлично. Первый день. Первый день. У нас есть две банки супа, я вижу. На аптечке. Аптечек у нас нету, ни хрена, плохо. Так, ладно, что нам пишет дневник? День 1. Все добрались до убежища за секунду до взрыва. Мы еле успели. Главное, что мы вместе и живы. Не забывайте, консервированный суп очень полезен для здоровья. Мы не припоминаем, чтобы кто-то приносил эти запасы в убежище, но мы не жалуемся. Во всяком случае, мы должны были о них позаботиться. Плюс один замок у нас есть. Дальше. Взгляни-ка сюда. Кто-то из нас, наверное, спрятал это в чемодан. Как хорошо, что мы его взяли. Плюс одна вода. Наши полки полны банок с супом. Мы будем есть из них. Мы будем спать на них. Мы даже будем разговаривать с консервами. Некоторые из нас уже начали этим заниматься. У нас много воды. Это значит, что нам не нужно беспокоиться о ней в ближайшее время. Хорошо, первый день. Время раздавать запасы. Значит, я считаю, что нам пока у нас водичка есть. Мы без воды можем прожить. Давайте все покушаем разочек. Одну баночку супа на всех раздавим. Так, сложно готовиться к неожиданным последствиям, особенно если еще не знаешь, что они наступят. Мы оказались абсолютно не готовы к тому, что сейчас происходит. Это, мне кажется, говорит вот эта женщина с рыжими волосами. Так, первый день прошел. День 2. Чего тут у нас новенького? Так, что посеем сегодня, пожнем завтра. Так что давайте сеять правильно. В таких условиях каждый спокойный день на вес золота. Сегодня с Мэри Джейн не произошло ничего нового. Мэри Джейн — это у нас наша толстенькая дочка. Несмотря на трудные обстоятельства и все проблемы, которые мы преодолели, Тимми ведет себя очень достойно. Вот это Тимми у нас. Так, Долорес в прекрасном состоянии. Насколько можно быть в прекрасном состоянии в этом малюсеньком убежище? Ну, Долорес — это у нас наша рыжая бестия. И для Теда это утро выдалось довольно спокойным, так что у него все хорошо. Время расстрелить запасы. Блин, господа, вы слишком дофига ждете, мне так кажется. Кто-то из вас, наверное, пойдет сейчас на разведочку. Так, наш город все еще сильно загрязнен радиацией. Путешествие сейчас опасно для здоровья. Тед полон энергии, готов отправиться на поиски неизвестного. Долорес прекрасно себя чувствует. Мэри Джейн готова идти на поиск запасов. Тимми с нетерпением ждет выхода наружу. Стоит ли нам собраться в завтрашнюю экспедицию? Да, пожалуй, стоит. Очень неприятное ощущение, когда тебе кажется, что что-то следит за тобой. Оно просто не сводит с нас глаз. Неужели кто-то еще обитает в нашем маленьком убежище? Мы проверили все шкафы, но там ничего. Может быть, это какой-нибудь грызун? Если так, то мы должны показать ему, что этот маленький рай все еще наш. Так, обязательно бери топор. Посмотрим, что с этого выйдет. Конечно, очень загрязнено, но я думаю, что он оденет противогаз, ему хватит ума. Так, что бы это ни было, оно мертво. Слишком мертво. Может быть, в этих мерзких дырах прячется кто-то еще? Мэри Джейн хочет пить. Нельзя оставлять Тимми так долго без воды. Долорес не может долго оставаться без воды. Без воды Тед умрет. И сейчас выходит на арену вода. Кушать у нас будет только Тед, потому что он будет идти. Так, что взять в экспедицию? Тед берет у нас топор. Все, Тед уходит у нас в экспедицию. Мы его покормили, дали ему водички. Он заслужил.
в отличие от этих всех ртов. Так, Мэри Джейн совсем ничего не беспокоит, Тимми в наилучшем состоянии, Долорес выглядит довольно-таки неплохо. Тед отправился на поверхность, мы надеемся, что он вернется в ближайшее время с топором. Так, значит, попейте еще водички, наверное, вот так вот, и немножко подождем. Так, еще минуту назад все было в порядке, но сейчас мы уже готовы перегрызть друг другу глотки. Как это произошло? Это просто безумие. Нам нужно как-то взять себя в руки, чтобы выжить. Может, утром пройдет. Блин, я не взял никакой им забавы, чтобы они чем-то баловались. То есть ни шашки никакие не взял, ни ружье там чистить и так далее. Так, хватит споров. И так забот хватает. Сегодня Мэри Джейн не создавала никаких проблем, и проблемы тоже старались не подходить, переходить ей дорогу. Тимми выглядит нормально. Насколько нормально может выглядеть данная ситуация? Пока что день у Долорес проходит нормально. Время раздавать запасы. Ладно, давайте. Поешьте и попейте, в принципе. Будем ждать. Мы всегда ходили стороной казино. Играли на обходили. Играли на автоматы и тому подобное. Поэтому, когда к нам пришел человек и представился бывшим азартным игроком, мы отнеслись к нему с недоверием. Он предложил нам сыграть в карты. На две бутылки воды в любой игре на наш выбор. У нас карт нету, поэтому мы играть не будем. День шестой. Что-то нашего Теда нету, я за него переживаю, ребята. Так, играть в азартные игры – ужасная привычка. Какой пример мы подаем детям? Нам нужна вода, но мы не будем добывать запасы таким образом. Уж лучше кого-то ограбить. Мы сказали незнакомцу идти туда, куда шел, с катертью дорога. Мэри Джейн спокойна, как удав, или она просто притворяется. Как настоящий байскаут, Тимми видит во всем позитив. Похоже, у него замечательное настроение. Долорес в прекрасном состоянии, насколько быть возможно в прекрасном состоянии, в этом маленьком убежище. Распределение запаса воды. Ребята, попейте водичку. Попейте водичку. Так, под землей сложно не потеряться во времени. Мы же не знаем, день это или ночь, и не можем нормально спать. Эти ужасные лампочки только усугубляют положение. Жаль, что мы не можем их поменять. Но должно же быть хоть что-то, что можно сделать. Я очень плохой старт, ребята, очень плохой. Радио не взял, карту не взял, ничего не взял. Так, мы мужественно игнорируем все симптомы и пытались уснуть. Не вышло. Мы очень устали и у нас уже нет сил заниматься любыми другими делами. Будем надеяться, что зевание отпугает бандитов и защитит нас от радиации. Мэри Джейн сильно устала. Тимми в наилучшем состоянии. Пока что день у Долорес проходит нормально. Всем воды. У нас только вода осталась. Мы подумаем, что надо что-то изменить в интерьере убежища, расставить мебель по фэншую. Делая перестановку в бункере, мы нашли тайную дверь. Интересно, что за ней? Есть только один способ узнать. И, к сожалению, ни тот способ нам не подходит, потому что у нас нету ни фонаря, ни ружья. День восьмой. Слушайте, ребят, наверное, наш дружище где-то там погиб. Меньше знаешь, крепче спишь. Чтобы не было за этой дверью, пускай там и остается. На всякий пожарный мы передвинули к двери мебель, чтобы из нее точно ничего не вылезло. Мэри Джейн говорит, что она в порядке и ей ничего не нужно. Ничего нового. Тимми и Долорес сохраняют железное спокойствие. Еще пьем водичку, ребята. Увы, в таком маленьком убежище много не поделаешь, поэтому мы подумали, а почему бы нам немного не поиграть? Ведь игры не только для детей. Это, кстати, правильно. День девятый. Что-то у нее лицо все чернее и чернее становится, что ей совсем плохо. Противогаз, замок, чемодан. Мы играли в «Правда или действие?». Как выяснилось, самым честным вопросом был, собираемся ли мы есть что-то, кроме томатного супа. На этом мы решили закончить игру. Сегодня Мэри Джейн не создавала никаких проблем, и проблемы тоже, ну, понятно. Может, по Тимми этого не скажешь, но он очень сильный мальчик. У него все отлично. Долорес выглядит довольно-таки неплохо.
Всем воды, ребята, всем воды. Нам скучно. Нет, правда, мы умираем со скуки. И надо что-то с этим делать, иначе мы скоро превратимся в вооруженных постерами постапокалиптических дикарей с каннибалическими наклонностями. Пора чем-то заняться. Ну, нема ничего у нас, ребята. Нету. Не успел я схватить. Не успел. Да елки-палки, где же наш... Дружище, Тед не появляется в убежище слишком долго. Мы боимся, что он уже не вернется. Мы решили, что пялиться в стену в тишине – отличный способ убить время. Спокойная Мэри Джейн. Тимми ведет себя достойно. Долорес чувствует себя нормально. Не знаю, ребята. Кушайте. Так, это... Пустая вода нам уже до чертиков надоела. Дорога мечтает о чашке кофе, настоящего американского кофе. От пяти чашек, которого тебя по-прежнему клонит в сон. А где нам его достать? Кажется, любимая забегаловка Долорес находится, ну или находилась в паре кварталов отсюда. Может, нам стоит отправить кого-нибудь за кофе? Только кого? Давайте пойдет бойскаут. Я думаю, в школе бойскаутов обучали добывать кофе в постъядерном мире. Поэтому, я думаю, он легко справится с этой задачей. Так. Наш доброволец вернулся домой с пустыми руками. Как оказалось, от забегаловки осталась лишь зияющая дыра, да разбросанная по округе стулья. Какая досада. Мэри Джейн чувствует себя сегодня отлично. Несмотря на трудные обстоятельства и все проблемы, которые мы преодолеваем, Томми ведет себя очень достойно. Понятно. Так, ладно, давайте пьем воду дальше. Так, похоже, да, нам надо отправиться в экспедицию. Так, мы бы все отдали, чтобы снова нежиться под солнышком. Под землей не очень-то много света, а изменений в этом плане в ближайшее время не предвидится. Завтра у нас пойдет, наверное, Тимми или Томми. Дела плохи. Тем не менее, гораздо лучше быть живым здесь, чем быть мертвым там на поверхности. Мэри Джейн очень голодна, не ела некоторое время Долорес. Раздать запасы. Пойдет наружу Тимми. Только так. Ушел, Тимми ушел. Я думаю, у нас, наверное, вся эта игра вложится в одно видео. Ребята, обязательно поставьте лайк. И подпишитесь на наш канал, конечно же. Так, диета Мэри Джейн позволяет немного поесть. Тимми вышел на пустошь. Мы не знаем, что будем делать, если он не вернется. Долорес должна что-нибудь съесть. Ну, должна, не должна, ребят, но у нас ничего нету. И воду вы туда пить тоже не будете. Если кто-то из нас и может спастись из этого ужасного положения, то это наше правительство. Возможно, некоторые и обливают их грязью, но эти некоторые либо потерянные коммунисты, либо безнадежные скептики. Вот мы примерные граждане, которые всегда платили налоги, и мы уверены, что дядя Сэм нас спасет. Ну, за исключением того одного раза, когда, в общем, неважно. Представители властей уже в пути. Так что нужно быть начеку и не прозевать их приход. Радио у нас нету, поэтому мы можем все прозевать. День 14. Никто не вернулся. Главное, что нам нужно делать, это слушать радио, чтобы не пропустить экстренное сообщение, которое могут передавать в любую минуту. Ну, или бродить по улице в надежде, что кто-то нас эвакуирует. Первый вариант звучит как-то разумнее. Мэри Джейн отдохнула. Мы не ели некоторое время, пока ничем не могу помочь. Хватит уже гадать о том, что там происходит, и начать, наконец, задавать конструктивные вопросы. Или, как минимум, послушать разумные ответы. Может, попробуем поймать какую-то волну по радио и узнать хоть что-то о новом мире. Нет у нас радио. Нету. День 15. Я понимаю, что это уже конец, мы просто умираем. Меньше знаешь, крепче спишь. Еще денек без малейшего понятия о том, что происходит на поверхности, это нам не помешает. Диета Мэри Джейн позволяет немного поесть. Мэри Джейн умоляет, чтобы ей дали воды. Долорес не ела, долго не протянет. Долорес долго не протянет без воды, тогда на воду. Кто-то сильно барабанит в люк. Мы очень боимся открыть, хотя это могут быть и хорошие новости, верно? Мы бы с радостью поприветствовали
любое дружелюбное человеческое лицо, даже если бы это был бы наш сосед Нед. Мы уверены, что если существует какая-то причина, почему наш город разбомбили, так это он. Следует ли нам открыть? Давайте, наверное, откроем и закончим игру, потому что я думаю, что это пришли какие-то мародеры нас насиловать. Нам звонит, точнее, звонит телефон. Мэри Джейн куда-то ушла. Тимми должен был уже вернуться, но его нет. Похоже, мы должны смириться с мыслью, что его больше не увидим. Когда Мэри Джейн узнала, что мы не собираемся тратить на нее еду, она настолько вскипела от злости, что по ее взгляду было понятно, что она готова убить. Она ушла, не сказав ни слова. Нам кажется, что ее ждет перспективная карьера разбойницы, и она может есть столько супа, сколько захочет. Открыть люк оказалось не очень хорошей идеей. Кажется, мы подхватили какую-то ужасную болезнь. Этот кашель просто сводит с ума. Дорос почти не осталось сил. Если она сегодня не поест, то не доживет до утра. Она не поест, поэтому это конец. Мы думали, что телефоны канули в лету после того, как ядерный взрыв разрушил наш город, но телефонная будка через дорогу чудом уцелела, и кажется, в эту минуту там звонит телефон. Наверное, мы должны взять трубку. Иди, возьми трубку, женщина. Ой, что-то она уставшая выглядит. Итак, когда мы подняли трубку, то услышали вздох облегчения по другой стороне. Человек представился уцелевшим из соседнего городка Хилл-Вэлли. Мы только начали разговор, как вдруг связь оборвалась. Что-то, наверное, испортилось на линии. Надеемся, нам перезвонят. Мы рады снова видеть Долорес после ее успешного возвращения с пустоши. Но Долорес почти не осталось сил. Если она сегодня не поест, она не доживет до утра. Здравомыслие Долорес под сомнением. Нету ничего, Долорес. Долорес в самом расцвете сил не может справиться. Так, было бы так здорово покинуть это место и прогуляться по поверхности, как раньше. Запах дыма, загрязнений. Ах, как же этот запах свободы, которого нам так не хватает. В общем, наверное, я прожил дней 18, это потолок. Нет, смотрите, она уже позеленела, но... Мы сами о себе позаботимся. Долорес почти не стало сил, если она сегодня не поест. Да, я знаю, что она подцепила какую-то болезнь. Мы не можем ее ни полечить, ничего не можем с ней сделать. Давайте она пойдет наружу и, может быть, не вернется. Конец. Да, Долорес сходила и погибла. Какие-то незнакомцы лазят по обломкам нашего дома. Мы подслушиваем их разговоры о женщине, которую недавно схватили. Все указывает на то, что это Долорес. Из всех мест, в которых мы могли бы погибнуть, это, вероятно, лучше или нет. Мы продержались 25 дней. Мы все в безопасности. Рататуй. Увидим, получается, все настроение. Спящие в автомобиле. Тед так и не вернулся. В поисках кофе. Пропущено радиосообщение. Тимми не смог вернуться. Алло, неожиданный звонок. Долорес поехал. Итого, ребятки, мы отыграли 25 дней, мы потеряли Тимми, потеряли Теда, Мэри Джейн ушла, потому что она была очень голодная, хотя она могла бы остаться. Ну и, конечно же, Долорес до последнего подхватила, скорее всего, ночевую болезнь, и ее схватили бандиты, они, скорее всего, ее изнасилуют, и она умрет от болезни. Итак... Количество прожитых дней 25, выпито воды 81, супа 3. Сколько раз вы защищали свое убежище? 0. Положительных решений 1. Отрицательных решений 0. Количество успешных экспедиций 2 из 5. Но почему-то они были успешны, но наши ребята не вернулись. А с вами был Росси, это был канал Роли Гейм Онлайн. Это была игра 60 секунд. Если вам понравилось это видео, я не буду относить его ни к какой конкретной... скажем так, группе видео. Если вам понравилось и вы хотели, чтобы, к примеру, мы еще раз сыграли в эту игру, то обязательно пишите свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте дизлайки, если вам не нравится, и будьте с нами. Всем спасибо и до скорых встреч!